было видно. А речка-то у нас и закрытая. Ну да. К сожалению. Нету водички, блядь. Речка номер два, два. Замерзла. Точно, да. Ну, пускай будет. 1, 2, 3. Вот. Ну, поедем, попробуем счастье на речку номер 3. Красота неописуемая. А речка-то у нас, опа, опа. Совсем грустно. Просто грустно. Да. Ну, поедем на другое место, может быть. На первую речку поехали. Нет, поедем. На первую потом поедем. Сначала еще в одно место заедем. Хорошо. Ну, в принципе, согласен, там пошире. Поедем сейчас, да, еще поближе к морю. Ну, это можно сказать, эта информация секретная. Нет. Поближе к морю всегда течение побольше. С такого берега у меня удочка короткая слишком. Номер один поедет? Я не знаю. Я тоже не знаю, честно говоря. Блин, я не знаю, когда это будет. Ну, Глеба, показывай. Слушай, я вообще в это время снимал, так что, может, даже тебя и видно было. Рыбы нету. Есть рыба,
Ё-ка-ё, бля! Слов нету просто. Просто это вообще обалденное, бля. Вообще охренеть. Обалдеть, Глеба. Вот это я, сдалека она была меньше.